Досрочные президентские выборы в Кыргызстане также пройдут в условиях пандемии. В этой связи на избирательных участках будут тщательно следить за соблюдением санитарных норм. В южной столице на каждом будут дежурить по 4 медика. В день выборов в южной столице за обеспечением санитарной безопасности будут следить 172 врача и 172 медсестры на избирательных участках. Также сейчас проводится дезинфекционная работа. Как отмечают в Минздраве, соблюдение санитарных мер во время голосования уже отработано на предыдущих выборах, которые также вынужденно прошли в условиях пандемических ограничений. В день голосования врачи также будут усиленно работать. На своих рабочих местах будут и дежурные медики. За каждым районом закреплена бригада скорой помощи. За мирным ходом голосования будут следить и сотрудники милиции, которые тоже прошли соответствующий инструктаж. При сегодняшнем разводе каждому избирательному участку приставили по 4 милиционера. Они будут обеспечивать общественный порядок в день выборов. Всего в южной столице в день досрочных выборов президента свои двери для голосующих откроют 78 избирательных участков. Вместе с выбором президента людям также необходимо будет определиться, какая форма правления для страны предпочтительнее – президентская или парламентская. Мадина Низамова, Самара Асанова, Эдиль Алиев, ЛТР Ош.